Знаете ли вы, что предполагают стандартные налоговые вычеты? Если нет, то консультация специалиста в Московской налоговой инспекции вам поможет. Это льгота, предоставляемая гражданам в виде полного освобождения от уплаты подоходного налога определенной суммы дохода. Это касается многих категорий граждан. Но сегодня поговорим о вычетах по договорам подряда. Во многих организациях практикуется привлечение физических лиц для выполнения разовых работ. При этом с ними оформляются договоры подряда. Можно и нужно ли им предоставлять стандартный налоговый вычет? Согласно налоговому законодательству, стандартный налоговый вычет может быть предоставлен физическим лицам, работающим по договорам гражданско-правового характера при условии отсутствия у них места основной работы. В данной ситуации стандартный налоговый вычет предоставляется плательщику по его письменному заявлению и при условии предоставления трудовой книжки. В случае, если трудовая книжка отсутствует, в данном заявлении делается запись о причине ее отсутствия. На практике возникают ситуации, когда организация в течение месяца заключает с одним и тем же человеком несколько договоров подряда. Вот тогда налоговым агентам при исчислении подоходного налога предоставление стандартного налогового вычета следует учитывать совокупный доход за месяц и стандартный вычет применять один раз в месяц вне зависимости от количества исполненных договоров. Если человек получает доходы от выполнения работ по договорам подряда от нескольких нанимателей, тогда стандартный вычет по выбору плательщика предоставляется только одним налоговым агентом. Также следует обращать внимание, что стандартный налоговый вычет в размере 630 тысяч белорусских рублей предоставляется при условии, что физическим лицом в течение месяца получен доход, не превышающий 3 миллиона 830 тысяч белорусских рублей. Налоговые агенты, предоставляющие такого рода вычеты, обязаны в срок до 1 апреля 2015 года направить в налоговый орган по месту постановки на учет информацию о предоставленных стандартных налоговых вычетах.